двумя главными новостями дня. Торнадо и бунт в тюрьме. Пока я сижу в подземном бункере шестого, не переключайте канала, Арни Пай ведет нас в курс дела. Я сейчас умру, Кент. И хуже всего, что последним, кого я услышу, будешь именно ты. Напыщенная ты горилла. Мне жаль сообщать, что самый интересный поступок в моей жизни — полная ложь. Я не посадил вертолет «Чинук», я не видел смерть Бен Ладена, даже фильм не видел про него. Вот я и извинился. Поступила информация, что можно с полной уверенностью. Таковы были последние слова осрамленного Брокмана. Перед тем, как его выпроводила охрана. Теперь ведущий я, Арни Рай. Я обещаю вернуть доброе имя редакции новостей. На повестке дня высокие корпоративные налоги. Черт, я буду скучать по Андерсону Куперу. Это не Андерсон Купер. О, слава богу. Мне сообщили, что это мой последний выпуск в роли ведущего новостей. Перед уходом хотел бы кое-что сказать. Я целовался с дочерью Кента. Со старшей. Ты закончил? Спешишь снова опозориться? Нет, просто не был в эфире полтора месяца. Это пытка. Смотрел Билла О'Райли и представлял, что он взрослая версия меня. Ну давай, занимай свое место. Делай то, в чем лучше.